Без церкви нет спасения. Аминь. Кто верующий, разве будет спорить? С иными доводами нехлесть, просто сгинь. С сектантством в этом расхождение корень. Христос есть муж, жена святая церковь, она же и невеста в подвенечном. С писанием о том проводим сверку. Сектантам ноль при этом обеспечен. Христос на камне церковь основал, не на Петре, а на исповедание. Она неодолима, хотя бы ад восстал. Не преодолеть ее, ей сил на то достанет. Вне церкви, в море быть вне корабля, без таинства животворных, без лекарства. Нет лоцмана, штурвала, нет руля, пираты будут за главенство драться. Христос апостолов избрал, благословил, они епископов поставили законно. Через рукоположение талантов дал и сил. Апостол Павел нам о том напомнил. Где церковь – тело, а Христос – глава, там ересями сектам входа в церковь нет. На церковь дьявол учит их плевать, но и возмездие же будет им в огне. Домостроительство, программа до конца, оспаривать Писание, какой же будет прок? Зачем с чужого голоса плясать? Безумец лишь против рожна попрет. Но в церковь столько ила нанесло, под ним скелеты, вещи, атрибуты. А благовестие за грех ушло на слом, больные ноги вовсе не обуты. Рождает церковь, рядом змей стоит, драконы головы, безбожества и секты. В пустыне верных не достанет чип, и не уловит дьявол интерсетью. 23 мая 2007 года.